данный момент я смотрю сериал «Троцкий». Семен Антонов посоветовал мне посмотреть, и он в предыдущем полете мне закачал на iPad, и вот я сейчас смотрю четвертую серию, так сказать, просвещаюсь. Мне очень нравятся такие вот фильмы или сериалы, которые основаны на реальных событиях, или как, те, которые отражают там, историю нашей страны или вообще какую-то историю. Мы летим после тренировки, и кто-то спит, кто-то читает или кто-то смотрит фильмы, не знаю, но есть те люди, которые не то что слишком профессионально относятся к себе, но уделяют время в полете, чтобы сделать процедуры. Если есть у кого-то какие-то микротравмы, они их лечат в полете, потому что времени достаточно. После тренировки у нас есть там буквально около часа, чтобы опять же сделать какие-то процедуры, перекусить, собраться. Кому-то этого времени не хватает, и он это переносит время в полет. Вот. И сейчас в этом году я еще не видел, но в прошлом, позапрошлом, да, я видел, как некоторые ребята делали определенные процедуры для своего тела, для восстановления и подготовки к игре. Никаха всегда отличалась то, что она очень хорошо играет дома. Это очень такой опасный соперник, потому что, в принципе, наверное, как и многие испанские клубы, они любят играть в быстрый атакующий баскетбол, но почему-то у Никаха она как-то особенно выделяется этим. Вот, поэтому есть небольшое такое волнение, что при домашних трибунах они могут очень быстро начать бежать, атаковать, и нам очень важно сдержать их темп и не дать им, так сказать, разогнаться. Все, приехали.